18 ноября практически вершина Восточного моста. Около 15:20 на Восточном мосту водитель автомобиля Land Cruiser Prado двигался в направлении Заволжья. Не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение и лобовое столкновение с двумя автомобилями, в результате чего пострадали 4 человека. Причины будут установлены в ходе проведения расследования, проверки по данному факту. Однако сейчас уже можно сказать, что дорожное покрытие было мокрое, соответственно, сцепление с ним было снижено, и резина на задней оси автомобиля Land Cruiser Prado имеет следы износа. Лысая резина? Да. На боку лежит Toyota Land Cruiser. Водители и пассажир этой иномарки не пострадали. Именно Toyota, по словам очевидцев, вылетела на встречку, где врезалась в Hyundai и Nissan. Он встречный был, и его на рельсах занесло. И скорость большая, да, была? Даже если ехали оба по 70, уже 140. В Hyundai пострадали пассажир и водитель. Двое пострадавших и в Nissan. Эту иномарку откинуло на десятки метров вперед. Сам водитель Toyota на камеру говорить отказался, но нам пояснил, что его машину подрезал попутный автомобиль. Вас подрезал? Вы куда ехали? Вас подрезал где-то впереди? Видеокамера зафиксировала момент столкновения. Видно, как идет Toyota и после удара падает на бок. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить, что стало причиной аварии, получить показания свидетелей камеры видеофиксации. Часть моста в сторону площади Гагарина из-за аварии была перекрыта. Движение регулировали инспекторы ДПС. Состояние пострадавших стабильное, так нам сообщили сотрудники ГИБДД. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны. Скорость движения, естественно, должна быть 60 км в час, потому что это город. Скоро и в наш город придут холода. Посмотрите на состояние резины на вашей машине. Еще есть время. На своих экранах вы видите момент столкновения пассажирского автобуса с автомобилем «Рено» на улице Вакжанова в Твери. ДТП произошло в воскресенье днем. Иномарка на скорости поворачивает с улицы Вакжанова на Восточный мост. Автобус «ЛиАЗ» не успевает затормозить и избежать столкновения. По данным ГИБДД, тяжелые травмы в результате аварии получила 57-летняя пассажирка «Рено». Удар пришелся на переднее пассажирское сиденье. С подозрением на перелом таза, шейки бедра и двух ребер пострадавшую доставили в больницу. В региональный следственный комитет поступило сообщение об исчезновении 16-летней Анны Елховенковой, жительницы города Удомли. 4 ноября девушка ушла из дома, и до настоящего времени о ее судьбе ничего не известно. По факту исчезновения подростка в Балаговском межрайонном следственном отделе СОСК России по Тверской области проводится доследственная проверка. Установлено, что девушка 6 ноября связалась с родителями, а 12 ноября в соцсети сообщила о намерении вернуться домой, но на связь с родственниками больше не выходила. Сотовый выключен. Ранее Елховенкова неоднократно уходила из дома и по результатам принимаемых к розыску мер возвращалась домой. Всем, кому известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по указанному телефону.